Короче, не плавает. Ну, он, в общем, плавает до тех пор, пока ты сам по двум ногами можешь ходить. Как только ты начинаешь плыть, все. Не, я понял. Он, короче, не плавает. Ты плаваешь, он нет. Я понял. Не, он плавать не может. Но зато ему ничего не мешает по дну бегать, как будто... По дну бегает? А нахренел? Ну, как бы, как будто и воды нету. Кто это такой? Так, смотрим, что у нас тут. Блядь, ну если бы Дейз обновлялся с такой чистотой и периодичностью как раз, так, блин, у меня бы ни одной претензии к нему не было. О, че это не до дом? Ой, чувак лежит. Рубин нахрен его. А чё это у него лицо, блин, с квадратиками? Или что это? Сиськи, блядь, что ли, квадратиками? Это если женский персонаж, так, наверное, ну, грудь замазывают. Не, мужской персонаж и соски замазаны. В мужском? Соски? Да, о! Может, у меня это какое-то... женский, наверное, просто суть в том, что бабы здесь безволосые. Это женский, скорее всего. Ну, пока что они волосы не добавляли, потому что не знают, как это сделать. То есть писали там... Короче, лысая какая-то херня. Да, лысая. Лысая и не сексуальная вообще ни хера. Но сиськи замазаны. Мужик, короче. Плечи широкие. Ты уверен, что это? Ну, сиськи замазаны только у женского персонажа. Ладно. Не, там да, там женские персонажи ни хрена не привлекательные. Нифига не добавляли. Ну, для разнообразия, только я так и не понял, как их сделать, персонажей этих, ну ладно. Так, а, нельзя, тут полный рандом. Ну как это, блин? Тебе национальность могут рандомно сделать, ну не персонажи же. Я все-таки думаю, что это, наверное, от профиля стимовского зависит. То есть там же при регистрации, наверное, что-то как-то указывал, мужской или женский профиль. Может, так оно и работает. Может. Потому что у меня, допустим, сколько я не подыхал, у меня постоянно один и тот же чувак. Ну, лицо в смысле. Таб нажми, да посмотри, как твой педик выглядит. Я знаю. Так, как это? F1, не то. Как посмотреть? Что? 2, 3, 4. Что посмотреть? Команды. Сильно не. Ладно. Так. ТП. Слэш ТПР. Я знаю. ТПР. Блять, русский еще стоит. ПР. Ну эту всю херню проще забиндить сразу в игру, когда заходишь, забиндить на определенную клавишу, то и все. Я в принципе так и делал, потому что писать каждый раз это надоедает. Знаешь, что меня бесит, нету как в консоли, в контре, допустим. Консоль открывается, вверх нажимаешь и прошлой команду вводил, гортаешь, чтобы не ебаться. Так вот, почему вот это нельзя добавить, надо им написать. ТПР. Без пробела, да? Или подожди, с пробелом. ТПР, пробел и ник. Евгенич. Так. Евгенич. Лив. У тебя же так и осталось? Просто. А, просто Евгенич. Правильно, ты заебался, блядь, писать. Как-то я убежал. Ну, видюха подлючивает, он у меня фризы кидает. О, так ты черножопа. Полоски всякие такие появляются. Видал, я нига. Почему я нига, блин? Я не пойму. Я не знаю, что ты негр. Я все время негром играю. С какого хера? У тебя, может, страна там какая стоит. Ну-ка, shift-tab, так, настройки. Танкист, так, страна, танкистский становится видимым, так, общество, профиль, так, Беларусь же, по-моему, стоит у меня, сейчас посмотрю.
Ну, Беларусь. По-моему, когда первый раз в раз заходишь, по-моему, там можно было выбирать. Не, там ты выбираешь страну, исключительно язык. Все. Вот ты заметил, что я все время негр? Пиши давай. Что писать? Там что должно быть написано. Френс что-то. Акцепт или хрен его знает. Акцепт. Заебали. Не могут, блядь, команда цивильная сделать. Подожди-ка, стой. Ты сейчас урон получишь, посмотри. Иди нахрен. Так нет, получил урон? Да, кровотечение. Значит, ты напиши то же самое. Слэш френд пробел add пробел ник. То есть и тот должен добавить. Френд. Не-не-не, френд пробел add пробел ник. Френд add френд пробел add пробел и ник. Так, куда ты скинул? На самом деле дебильная система. Если один уже добавил, друзья, все, нахрена и второму делать то же самое. Наверное, я тебя не могу коцать, кстати. Вы не можете отправить предложение, причина Евгений уже у вас в друзьях. Значит, на этом сервере отключено. Ну хорошо, бахни ты тогда. Нифига, не работает, значит. Говно. Самолет где-то летит. Так он пролетел уже. Ой, блядь, далеко скинул. Не, ну хоть побежали, в принципе. Пока нам рад, ты где? Да выше по горе поднимись. Все, вижу. О-ло-ло, раш по центру. О-ло-ло-ло. Ты что, с картой какой-то или что? Это бинты. А. Коноплю собирай, хоть бинты, блин, сделать. А что я поднял? Только что дерево какое-то. Да дерево, наверное. Пни? Ну, сделали не раньше, просто куски валяли, сейчас пни валяются. Сделали, знаешь, как тупо разбитое кусок дерева, блин. Да раньше было и бревна, и все подряд, пока шо. Пока шо экспериментируют. Пни — это херня какая-то дебильная. Здесь немножко неразумно, что ты подбираешь пень, который раза в два больше, чем ты. Да суть не в этом, даже как, блять, воды нету. Или здесь нет воды? А, нет, походу. Нет. Камни? О-ло-ло, Аллах Акбар. На тебе. Что ты хочешь мне скинуть? А, ты скастовал бинт? А чё, надо... ткань есть, можно и бинтов наделать. Положить его надо в этот быстрый слотик. Сейчас хоть перевязываться можно. Без конца. Приятного аппетита. Чего? Да, мне тут еду принесли. Добрые люди. А-а-а. Тебя еще кормят? За что? Деньги домой не приносишь? Тебе сказал сейчас. Да знаю я, блять, работу сейчас хуй найдешь. Не, ну 3-4 миллиона, пожалуйста. Нахер такая работа. Ты знаешь, я за 3,5 работаю, блять, потому что. Ну, тебе, наверное, не надо за съемную квартиру платить, правильно? Не, ну это да. Ну так вот. Это я с тобой согласен. Блять, короче, не знаю, куда он скинул куда-то за завод. Можно, в принципе, и завод. Хуя себе ты, блядь, шустр. Блядь, расплывчатая графика меня напрягает, нахуй. На. А чё, тут не работает, чё, как его? Нет этой херни. Не знаю, кит-стартер там ни хрена, там топор, кирка дается, фигня, короче. А как стрелять? Я уже забыл. Ну, натягиваешь, лук. Стреляешь. Правой кнопкой натягиваешь, левой стреляешь. Все, понял. Ну, пучка.
Я еще такого не видел. Да, у меня подключивает текстуры. Ну, текстура, а фриза. О, арбалет, который мне нафиг. О, тут какая-то хрень, зажечь. А, ну это нефтеперегонка, а нафиг тебе не нужна. Да сейчас не нужна, согласен. Да она вообще не нужна, нефть это здесь самое бесполезное. Проще животных найти, разгондонить, будет тебе жир. Чем искать нефть, перегонять ее, херня полная. Карту нашел, какая-то хрень. По канализации по этой и поползаешь, там можно и ящики найти. Я знаю. Очень холодно, блять, какой очень холодно, это жара. Градусов, блядь. Так, патрон, взрывчатое вещество. Да, после глобального вайпа как-то не так интересно, блядь, все посбрасывали нафиг. О, птичка. Костер нашел, ёпта, доспехи, ёпта. Голова, ёпта, ведро, ёпта. А что с ведром можно делать? Ну, если оно дырявое, то на башку одеть, если нет, то воду таскать. Нет, целое. Судя по дев-блогу. Ну, набирать что-то можно, я не знаю. Наверное, воду таскать для того, чтобы тушить. Раз огнемет ввели, так должны как-то ввести возможность тушить это все. Ну, это да. Блядь, это в Дейзи, блядь, огнемет-то вообще просто песня была бы. Засели какие-нибудь петухи в доме. Вышел нахуй, поджег, блядь, пускай это задыхаются там. Это у меня, кстати, да. А, так я тоже ведро нашел, вот. Синяя. Вот я шуганусь, застрелю сейчас случайно. Или ты меня, блять. Да и фиг с ним. Да я не в этом. Я в костяных доспехах, так что ты что не пугайся. Ну а я в том же, в чем и был. Да тебя негр наш тяжело не заметить. И в зеленых сапогах, и зеленой майке, и какие штаны черные одеть. Блять, шприц просрал. Черные штаны. Что такое черные? Что-то какая-то хуйня новая добавила. Глушитель, ёпта. Нет, ты ж смотри, если рецепт так изучай сразу. Нет, не рецепт. Камни, блять, шоколад мне надо. Нож. Арбалета мне дали. Говно, ворота какие-то, надо ворота, блядь. Не, ну господи, ну все пригодится, по сути. Ставни и ворота мне, вот, две. Вот так, ворота камень, надо, ставни говно. О, табличка. Глушитель, кстати, стопроцентный. Ну, целый, в смысле. А они всегда целые находятся. Ух ты, блядь, это что за хуйня? Шляпа со свечой. А, вот она, нахуй. 5 штук? А, типа сгорает она? Угу. Ну там же определенный запас топлива. 5 единиц топлива стоит просто. Кто-то рядом бегает. Ну я тут по Димке бегаю. А, ты, наверное, внизу бегаешь. Так, коллиматор нашел. Сырое мясо выкину. Тебе штаны надо? Так, костер есть. Мне и в трусах этих неплохо. Каменное копье, стрелы хуелы, радиоцинные таблетки, зачем они, принять их, нахуй, сожжёшь. Пока что они бесполезны. Так, у меня тоже кодовый этот деревянный нагрудник. Короче, я в желтой какой-то херне, а что-то без штанов, не понял. В костяных этих штанах черных, в костяной доспехе. Один сапог у меня здесь. А что это один сапог только? Он у тебя один зеленый, один лягушка там какая-то на нем. Один черный, второй лягушка, да. Вет какой-то. И еще у меня арбалет в руках. А еще жди, скоро вертолет прилетит. Как R зарядить, да? Правильно.
давно не играл, забыл, как это что делается. Я по трубам ползу наверху. О, ящик вижу. Зеленый. Там оружие может быть. Опять же прицела нету, блядь, точно. В смысле прицела? Ну только от мушки целится. Не, ну почему? У меня коллиматорный прицел, если что. Но насколько я знаю, на арбалеты, наверное. Хотя не знаю, может и вешается. Глушитель еще повесил. Карта, блядь, надо карта. Базуку изучил. Не базуку, а ракету. Карта надо? Выкидываем нахер. Штаны, кстати, не надо тоже. Не, коллиматор, кстати, вешается на арбалет. Да ладно, мне какая разница, мне все равно. Надо где-нибудь халупу построить. На этих заводах, кстати, чем хорошо, находишь какую-то вещичку, чертежей немного, и тут сразу стоят эти исследовательские столы. А, ну да. У меня арбалет деревянный, так что он давно. Арбалет можно не изучать, а глушитель можно. Хочешь нам? Мне он нахер не надо. Так и для этого же надо какие-то материалы. Не, ну ты, по крайней мере, чертеж выучишь, и все, если тебя бахнут, ты все равно умеешь его делать уже. Не, я знаю, я имею в виду, надо же какие-то материалы, чтобы изучить его. Или как он там? Вертушка вылетела. Акустическая гитара. В идеале фрагменты чертежей нужны, синие такие огрызки. Они увеличивают шансы. Колья. Ну, коллиматор, я так понимаю, я сломал. Гитара изучить. Да, коллиматор уже. А, ты изучал что-то? Так а где оно изучалка? Я сейчас прибегу. А, фрагменты чертежей, чтобы удачно было точно. Ну, они шанс просто увеличивают. По-моему, 500-600 штук до 100%. Было, по крайней мере. Да нет, смотри, какой предмет, я помню. Чем круче предмет, тем больше надо чертежей. Не, ну так естественно. Так, мясо сырое, это мы съедим, это нафиг. По-моему, в таком здании трехэтажном где-то был стол. Ну ты на крыше видишь вообще? Верстак, подожди, верстак. Ремонтный верстак. Ты сейчас меня видишь? Нет? Я на крыше здания этого ползаю. А, вертолет вижу, кстати. Так, 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 сейчас подожди, с другой стороны. Ой, блин. О, вижу тебя, я вот тут на сосед. Ну вот внутри два стола стоят для изучения. Сейчас посмотрим. Граната, ёпта! Гранату можно закинуть, изучить. Так, вертолет, судя по тому, где он кружится, он к нам летит. Кости надо, нахуй не надо. Поэтому что мне выкинуть еще, блять? Кости выбрасываются, там фрагменты костей, или как они там называются, нафиг их. Да. Ножи, ножи, так, что нам еще? Куртка тебе не надо? Да, сразу. Да сразу на себя одень ее. Не, у меня есть другая шмотка. Так вкидывай нафиг. Так, день рождения, двери, нафиг это все. А хотя нет, двери надо забрать. Железная дверь все-таки пригодится. Я каких-то тут деревянных, блядь, соломенных понаходил. Сейчас прибегу к тебе, вертушку далеко не вижу. Так она сюда летит, эта вертушка же сюда патрулирует всякие заводы и тому подобное. Да? О, кто-то надо мной ползает. Ползает? Ну, это ты, наверное. Я снизу. Ну вон ты в здание побежал. Да, да. Ну так. На каком этаже тут чертежи? А, вот, вижу. Так, ну что, это у нас какое? Любой, да, по-моему? Без разницы. Так, ну что, попробуем защитить, где это глушитель. Ну там если вот. 30%, то это как повезет, это лохотрон. Я что на выкинул, блядь. Так. Так, 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 о. Нам, так, как будто нам он сильно надо это глушить. Не, так я просто это делаю, чтобы не обидно было, если что потерять. Сломается, так сломается, изучится так хорошо. Я особо не парюсь этим глушителем.
Я тебе скажу, что в этом глушителе особо пользы никакой нету. Да, его не слышно, но он ломается очень быстро. У меня, кстати, тоже желтые штаны. Есть. Сделался, прикинь. Дать тебе? Да изучай. Да нет, ты сам чаще играешь. На тебе. Сейчас еще изучу гранату. Чё-то я пока не вижу, где он. Я успею до тебя добежать или нет? Ну тогда лучше спрячься, подождем, пока он свалит. Не, так я уже возле здания. Ну давай, я тут изучаю чуть-чуть. Граната... Поломалась граната, ну хуй с ней. Что на этот еще изучить можно? Пули? Так, гранату бобовую попробую. Я пробовал, у меня не получилось. На, где ты тут? На тебя. Ты все равно это чаще играешь, пускай тебе надо. Да, пуль. Что с пулей? Ладно, теперь с ним. У меня еще 9 попыток. Так, что у меня тут есть? Ворота какие-то. А, у него ставни. Ворота тоже можешь попробовать изучить. Не, я так, я сейчас буду все изучать. Блять, опять пуля поломалась. Вы охуели? Таблетки можно сразу сожрать. Жалко, обидно, да? Бля, третья пуля поломалась. Не, на пули, я не знаю, редко, но с одной пули. Не, ну это ладно, что мне жалко, 10 штук, 10 попыток. Не, ну да. Четвертой попытки. Нормально. Изучить. Так, у меня есть, знаешь что? Килт из дорожных знаков. Это что такое килт? Это на письку повязка. А-а-а! Ну, наверное, лучше, чем костяное, да? Намного. Тогда лучше костяное изучу, а это на себя одену. Не понял, шмот какой-то. А, вот шмот. Бля, чё на жёлтое? Нарисую красное, нарисую на зелёное, красное. Тут ещё... Ты что, ведро изучал, что ли? Угу. А его можно изучить? Угу. Поломался. А, его чинить можно. Или выкинуть их, нахера не надо. Выкинуть? Нахуй выкинуть. Ведро. Ну-ка, ведро. Поломалось. Нахуй. О, мне кто-то написал. А, это кто-то подключился. И это ты отключился. Вот, два ножа. О, можно ножи изучить. Точнее, мачете. Вот это действительно бесполезная вещь. Какая разница, если у меня их два? Вот, если у меня два. Ты же на работу. Ой, кто тут у нас? Поехал. Тебя выпустили с завода? Да. С мамкой поговорил? Да. А ты с мамкой хочешь поехать? Да, она хочет с нами съездить. А Надька? Надька в Москву уехала, она завтра только должна приехать. А что там забыла? Ну, от фабрики отправили это на экскурсию, и церковь этой Святой Матроны. О, ну правильно, хай съездит. А то ты, блядь, дома сидишь все время, никуда не хочешь. Ну да, я и денег взял, вот я поехал. Я еще посмотрел, стоимость поездки стоит 500 тысяч. На автобус, ну, на маршрут, на автобус. А я понял, ну, чисто за автобус. Блядь, все ломается, блядь, заебать. Булава, блядь, Ты бы хоть чертежи, не знаю, подсобирал, чтобы как-то поинтереснее было. Ну что там, на хардкорном серваке или так? А я не знаю, чем он хардкорный, блин, тут уже какой, не знаю, день подряд, 5 человек это максимум. У меня есть двойная деревянная дверь, ее почему-то нельзя исследовать. Это на каком серваке? Хардраст. А, на котором мы играли? Это в школе. У меня двойную деревянную дверь почему-то не следует. Она дефолтная, ее можно так сделать. Я понял.
костер, блядь. Прикинь, Димон, а я ракету изучил. Ракету? Ну, с одной попытки. Нихуя себе, ты крутой пацан. А толку с этой ракеты, блин? Без базуки, да? Ну. У меня тогда ракета тех изучена была, ту его хуча. Как ее поломался? Так, стрелы. Стрелы надо изучать или они по умолчанию? Изучай, красные. Там с каменным наконечником, которые. Короче, стандартное нельзя. Так стандартное я же тебе так скинул, так сделать можно. Я понял. Так, вот такая. Тоже нельзя. Короче, деревянная стрела, это две одинаковые, так объединить их надо. Так, вот, двойная, с двойным оперением. Это скоростная, да, получается? О, это можно исследовать. Так вот, полчаса будешь сидеть, исследовать все. Пока кто-то сзади по затылку не стукнет. Ну, нормально. Ну, если что, я тебя защитить не смогу, потому что я уже свалил оттуда. Да ладно, мне-то что? Побежал, думал, этот найду. Куда дроп скинулся. Тут хрен найдешь его. Не, ну я так чисто визуально помню, что он за завод полетел. А куда конкретно? Да ладно. Это, смотри, там вертушка летает где-то рядом. Так я ее слышу. О, стрелу изучил. Где-то слева от меня. Да у меня, по сути дела, ни хрена нету. Пару камней, пару дерева, пару стрел. Все, что надо было, я уже изучил, тире поломал. Булава у меня есть, о. А, это уже херня. А, разница, если можно исследовать. Вся эта мелочь, эти мечи, топоры, не топоры, эти мечи, мачеты всякие, не полезные только. Кто стрелял? Возле тебя вообще-то вертолет крутится. А по ком он стрелял, по мне что ли? Ну он по тебе стрелять будет, если он тебя видит. Может и по тебе. Ну, поверь, поверь, ты поймешь, если по тебе. Рядом с тобой кто-то сидит. Блять, по мне! А я вижу. Так ну я сижу, чтобы он тебя не видел. Блять, базуки нахрен! Я в окно просто посмотрел. Не, так правильно, он сначала с пулемета стреляет, потом ракеты летят. Если он тебя достать не может. Ух ты, ю-ю! Педрило попал один раз. Ныкайся. Ух ты ж, блядь! Надо пониже этажом. Не, если он у тебя не видит, он отстанет. Я понял. Черт, нечего и пожрать. Кстати, добрый. Димон, ты в курсе? Димон, ты тут? Да, да. В курсе, что огнемет добавили? Я уже слышу. А что, ты же все похерились, да? Там же вайп. А я не знаю, я, честно говоря, не проверял даже. Так, даже я метапу смотрели, оружие. Вроде должны были похериться. Не знаю, 72 у меня. Да, похерено все. А хотя не, часть... А, не, нету. Ну, так, блин, это же глобальный вайп был. Естественно, все похерилось. Огнемет, блин, хочу найти. Там, как судя по видосу, он где-то на 9 метров бьет пламенем. Теперь можно ящики сжечь в доме. Это знаешь, что можно, блядь, кепр выпурилось. Как помню, ты же Саня не рассказывал, как мы того кипареныша выпурили? Зарядили. Ага. Которого со стрелы я ему бубен просто создали. Там, блядь, такой, Саня, обманный маневр был, блядь, пиздец. Он а, появился. Тут возле дома, который тусовался, ну. Ну. Да то вообще не знаю, лошпед какой-то был. Конечно, понимаю, что... Ну, лох педальный был, блядь. Я тоже не кобзец какой спец игры, блин. Ну, там реально такой косяк был. Ну, этот жрачка уже кончается. Тебе надо что-то поесть, что ли? Это вот, Саня, твои действия, блин. Когда у тебя в потолке дырка... И ты видишь чувака, который с лука в тебя стреляет. Он с чертежом, блядь, по хате бегает.
Хотя у него дробовик, сука, был в инвентаре. Сайга. Он и пистолет-пулемет. Он Димона мог размотать буквально за несколько секунд. Он дырку в потолке заделывал. О, Димон, ты только что появился там, где я был. Там тёлка лежала, да? Да, с сиськами. Сиськами замазанными. Вверху, блядь, писька такая, блядь. Она у меня не замазана, Саня, она у меня размазана. У него же это, у него отключено. А где отключать-то? А в настройках есть цензура. А у меня негр, блядь. Цензура, у меня крестик стоит. Ну так убери его. Убирать крестик, это значит отключено, да? Ага. Ну там, конечно, надо было немножко косяк со стороны разработчиков, потому что, блядь, птички ставятся, а не крестики. Так понятнее бы было. Так тогда подожди, если крестик убран, значит это отключен. Да. Блять, ну и настройка графики, я думаю, чё за хуйня такая? Там, где крестик стоит, это активировано наоборот. О! Блять! Вот это начало летать! Знал бы, сразу настроил. Блин! Ох, ёпрсте! Сразу разгрузилось. Я думаю, чё не такая графика, как раньше? О! А шо ты там убрал? Теперь можно дальних. Крестики все поберем. Мы же тогда, помнишь, с тобой настраивали, ты мне сказал, что ставят, а типа... У меня глубина резкости, глобальное затенение, сглаживание, эффект свечения, эффект линз, солнечные лучи, резкость, вьентирование, цветокоррекция, все стояло. Я думал, отключено. Ну, это. Так слышь, я что-то говорил тогда Димону, чтобы он под себя строил. Тебе что, естественно, нафиг это не надо было ставить. Нет, мы с тобой отдельно тогда говорили. Я не помню уже. Ладно, неважно. Теперь я могу спокойно шейдеры на максимальную поставить. О! И играть можно, ёпрсте. Блять, у меня какой-то негр тощий, блядь, зыркающий, блядь. Нормально. Сейчас стоит целку хочу. Короче, я на АЭС побежал, а вы как хотите. А я вот... Подожди, я иду к тебе, где ты там? Так это нет. С чем? Я сейчас буду переплывать буду. Так, как мне тебя найти, где у меня АЭС на нём? Ты пыхайся, блин. Жига, пропиши просто клан, да и все. И чё? Ну, кланы попримем на карте, на М нажимаешь, можно будет видеть. А, ну я и так вижу. Кто на тарелках? Я. Я тебя вижу на карте. А так Саню... ты Саню должен видеть. А Саня не, ну видит. С Саней мы нет, просто нет. В друзьях были. Я не знаю, здесь какая-то херня, кстати, нездоровая. Здесь а почему-то Саня меня принял в друзья. А мне запрос отправить не может. Пишет чего? Пишет мне это, что вы типа, уже приняли. Типа он уже в друзьях, и при этом мы друг друга коцаем. Хотя, friendly fire off. А, вообще вон я вижу, это вон эти. Походу это станция, я ее не видим. А, высылай еще раз, я не увидел твой запрос. Ты отправил, отклонил ты его. Он не отклоняется, вовремя не отвечаешь, он пишет, что отклонил. Че, опять на айсберге построились? Хрен его знает. Ну чего, рейдить сложнее жить. Кого? Они еще вернули дома, кстати, ракетам. 4 ракеты и одна стенка в жопе. Ну вернули как раньше было. Да, все как раньше было. Где это тут? Фотоскун. Ага.